Well, go over and maybe. Mama. Да. As you like. I mean, I kind of like this. Правда? Дед Мороз яблочко? Скушал, которое ты ему приготовила, радость моя. Точно, Дед Мороз скушал яблоко. She says that Santa had her apple. Oh, his Ух apple. Ты. His apple. Yeah, his apple he had. Yeah. Well, I meant like the bees, the put that the oh, bee okay. prepared. Oh, those are your shoes. Ta-da-da. You always turn the lights on. Looks like Santa must have come by. I see так, the stockings. Так что, Дед Мороз like пришел. Apple, too. Подкрепился? He ate some of the apple. Yeah. Так. Hey, okay. You want to open your gift from Santa? Yeah. А где All же right. подарки от Деда Мороза? I think those are Max's. Смотри, туфельки твои лежали so на... Ко... Видишь, Максика, носочки think... лежали yeah. на этом подарке. Mine. Ну, right. those, значит... Yeah, those are Max's, because I see Max's socks. On, put that back on top of there. And on top of this big box. Ты видишь, это Максику подарки. Right you, а твои туфельки Santa. На каком your подарке лежали? Это Максика подарок, потому что на нем... Это для меня. Ну, где твои Now, туфельки that's лежали? For Max, because Max's socks are on top. But let's do the other one next to it. Over to the right. Туфельки твои лежали на каком one. Подарке? На этом this лежали Максика на yes, Ну да. Santa. На этом же туфельки твои лежали. That's the one you put your shoes on top of. Have a seat. Let's see what you got. На этом же лежали туфельки. Я творожек специально поставил твои туфельки. Да. Ну, что? Что он тебе принес то, что ты просила? Да. Да ты что? Вот это да. Что это? Что это? Что он тебе принес? Доча. Датик, не спеши, не спеши, моя сладкая, не спеши. Доча! Соединяй. На, титин. Платье с Муаной. Да, я на Дед Мороз точно знаю, что Алисочка любит Муану. Доча. Ну, аккуратно. Ну, аккуратно, радость моя, тебе больно, пальчику ты себе сделала, радость моя, ну, аккуратно. Давай, иди потем мою пальчик. Что? Что же еще принес Дед Мороз? Что же он принес Элизочке? Что же он... Может быть, он тебе принес шоколад? Нет! А что же еще принес Дед Мороз Элизочке? She's all over excited. She knows what he brought, so she's over excited because that's her dream. Что, он что, прочитал твои письма, Элисочка? Да. И принес то, что ты просила? Да. Супер. Ну, покажи нам, давай посмотрим. Ну, давай Максика открывать подарок, радость моя. Максик. Макситин. Макситин. Ой, ты мое счастье. Be just so happy. Yeah. She's so happy she cannot even open the gift. She's so happy. Доча, ты рада, моя радость? Да. Ты très heureuse, mon amour? Oui. Super. Ну, что это за цветок идет? Ну, что это за такой цветочек мой идет? C'est ma petite fleur. Ой. Ой. No, I don't hear it. Ой. Ой, что Дед Мороз принес? Какой молодец. Какой молодец, Дед Мороз. Скажи, радость моя. Молодец? Да. Ой, какой молодец.
Ну, покажи мне, что там он принес. Давай посмотрим. Давай посмотрим, радость ты моя, ты сейчас.